Приключений час настал. Здравствуйте, ребята. Манки Тува всех собрал. Вы, конечно, рады. Раз, два, три, четыре, пять. Время начинать. Эти, какой дом мы построим? Давайте решим. Давайте двухэтажный. Двухэтажный? Да, один этаж. Один этаж. А где мы будем спать? Места тут немного в кузове. Вы предлагаете спать на крыше кабины? Да. Тогда дом должен быть с двухэтажной кроватью, как будто бы, да? И лестницей. Да. Домик будет полутораэтажный у нас? Да. То есть мы строим дом и над крышей кабины, и над кузовом. Так? Да. Да. Это большой домик будет? Да. Да. Лестница почти готова. Типа, ладно, как? Ура! Яна, ты отрезала трубочку сама, молодец. Оп, сейчас будет дверь готова. Вернее, дверной проем. Давай. Прическа. Ну, это не страшно, Милан. Ты полетаешь легко? Я легко. О, Милан, есть запас. И Диане, да? Отлично, дверь вы хорошую придумали. О! Молодцы. О-о-о! Ровненько вот так. Подождите, надо чуть-чуть повернуть ее, а то потом будет сложно. О-о-о! Я чуть не сломал. О, супер. Класс, это будет у нас что такое, догадаетесь, окошко. Нет? Окошко. Окошко. Вот такой высоты окошко вам подойдет? Да. Квадратненькое. Да. Со стенками в кузове все понятно. А что мы будем делать с нашим лежаком или кроватью? Да. Есть идеи? Надо сюда построить и вот тут. Здесь же нужно что-то твердое, чтобы крыша не помялась, правильно? Да, а я тут полежать могу. Давайте проведем эксперимент. Вот, допустим, это будет наша перекладина. Если на нее встать, что будет? Серединку. Оп, видите? Ну, когда встань еще. Еще. Если вы сюда ляжете или станете, оп, она уже треснула. Смотри, Диан. Труба треснула, видите? Видишь, Милан, если вы втроем ляжете, труба треснет и продает нашу крышу. Какие будут идеи? Бамбук. Бамбук? Он очень крепкий. Мне нравится твоя идея, давай проверим. Бери тройничок. Ну-ка. Подошло? Да. Смотрите, Диана, вот если мы оденем тройники на бамбук и вместо трубы поставим бамбуковую палку, то он должно быть прочнее. Давайте проверим. Да, он намного прочнее. Встань когда-нибудь сюда. О, он даже не прогнулся. Ну-ка, втроем попробуйте. Держит. Одна бамбуковая палка держит вас троих. Ага. Крыша не прогнется. Используем бамбук тогда? Да, да, значит, с нашим тройником. Идея пришла. Молодец, догадался. Так, та-да-да-дам. Держит. Нет, держит. Еще как держит. Ага. Все, мы классно придумали. Давайте используем бамбук на нашей кровати. Способ. Это мои любимые доски. Да, ты молодец. Доски. Вот что у нас вышло. Это бамбуковая кровать. Ставим ее на черные полосочки, чтобы не поцарапать крышу. Видите, вот здесь идет ребро жесткости, поэтому столбики не продают нашу крышу. Получился багажник у нас прочный. Не багажник, а кровать. Укладывайся. Вот, это во! Один уже спит. Диан, теперь мы с тобой. Надо добавить досочек. Давайте доделаем ее и испытаем втроем уже, хорошо? Давайте! Я, у тебя молоточек появился? Пригодится. Забьешь трубку? Да. Подстрелил комара? Да. Ого, целый пулемет какой-то. Мух отгонять так будете? Да.
наша лестница должна обязательно упираться в пол. Все, получилось? Угу. Ты решила сразу испытать нашу лестницу? Да. Ого. Работает. Класс. Заходи в домик. Ой. И идем примерять. А, забьется. Сама надо плотненько. Постучишь, Дань, сверху молоточком? Да. Хватит, наверное. Вот смотри, теперь у нас появилась колонна. Теперь здесь тоже можно сидеть. Гро. Подожди, Леон. Блин. Круто стучишь. Супер было. Кто подсоединяет столбик? Я. Поворачивай до сюда. Можно... Ай, надо повиснуть. Может постучать сверху? Да не, повиснуть надо. Нужна ваша помощь, ребята. Ага, и третью ступенечку. Я буду уступать всем. Мне понравилось. Сейчас мы скрутим и еще. Прочнее будет? Да. Принимайте досточки. Принимаем. Как вы думаете, хватит нам столько досточек? Да, хватит. То теперь можно да, стелить МДФ? Да. Все? Спать. Уже спать, нам еще одну можно постелить. Нет, я буду спать. Мы принимаем, ты нам подаешь. Хорошо, ну неплохо получилось. Опс. Все. Подождите. Все, ёпта. Нам получилось? Да. Вот так и нужно спать. Все, пошли? Мы дрыхнем, никуда не пойдем. Да, только поедем на ту гору. Милан, просыпайся, вот Милан. Просыпайся. Нам нужна крыша и матрас. Что будем делать? Что? Крышу будем делать. Последний штрих. Все, пойдем. Мамочка, вот давай будем по очереди. Давай. А циферки найдешь потом? Да, не слышу. Да, давай ты будешь ставить чай пить. Чтобы тебя каждый раз наверх не залазить. Можно наклонить. Ага. Да. Все, молодец. И дождик начинается. Скорее за палаткой. Это я сделал. Шалашик получился. Еле-еле мы успели. Да. Класс. Давай я вытащу все. Доставай. А это не Оп. Нужно? Ну, пока нет. Готово окно. Длинная стенка получилась. Вот такое будет окно. Ку-ку. Привет. Все. Ку-ку. Ведь уже просматривается дверь, но не хватает одной стеночки. Да, нам его там надо. Вот она. Давайте ее установим. Давай. Тропический климат переменчив, сейчас очень жарко. Диана, смотри, как удобно. Сервис. Мороженое прямо к стройке. Ой, здесь так прохладно, хорошо. Выбирайте, какое мороженое. Вот это? Да. Диана, что ты делаешь? Делаю, чтобы ничего не горячее было. Давай я.
Ну все, самое главное есть. Дверь с ручкой, теперь можно прятаться от комаров. А еще надо окна с сетками. Да, вам сетку купим, сделаем. Я, ну тебя тут потоп или уборка? Уборка. Охлаждаешь пол так? А зачем на моем? Я тебе тут фотку сделаю. Не надо. Я на домик снаружи хорошо выглядит, даже без крыши. Поднимайте. Вот так нормально. А внутри тоже неплохо выглядит. Ну да. Ну и как вам такая крыша? Очень интересно. Уютненько, как в дачном домике будет. Да, а еще пахнет приятно. О, запах. Это просто класс. Ты подержишь? Да. Хорошо, что у нас есть кровать. Мешалка. Сынок, ты как в люке торчишь там? Да. А еще мы сделаем вот здесь стрижку. Эту линию надо подровнять потом, когда закончим. Держи. Еще? Мы тут стрижку делаем, Дань. А можно мне тоже? Давай. Половинку я, половинку ты. Ага. Можно и не так, мне по-другому удобнее. Ну давай. Нам нужно аккуратную линию сделать. Как здесь. Нравится вам стричь? Да. Да. Соломенная парикмахерская у нас получается. Да. Угу. Как будто мы подстригаем человека. Да. Соломенного. Да, соломенного. Видала, какая у нас крыша? Да. Интересно? Мы почти закончили, Мила, нам ты осталось. Ты смотри на крышу, выйдет прикол. Нет, ты там снаружи. Да. О, а вот и прикол. Кому-то жарко было. После стрижки что нужно сделать с прической? Я тебе подскажу, я. Это тебе ничего не напоминает? Расчесать надо. Давай расчешем. И последнее, это тут. И все, и домик у нас будет причесанный. Молодец. Еще надо? Понесли обратно нашу расческу. Мы решили использовать солому. На стену, чтобы у нас интерьер был в одном стиле. Мальчики, а вы там держите, и сейчас будем прикручивать. Повыше, Милан. Так, сейчас мы прикрутим ее. Все, дети, стеночка наша готова. И теперь у нас все в одном стиле здесь. Можно навести порядок и кататься. Поедем? Поедем. В доме на колесах. Это же не просто так дом. Это дом самоходный. Да, давай. Ты где поедешь? Да, хотим. Там. Залезайте. Сейчас поедем кататься. Ой, проливается дождь. А надо разбрызгивать. Дождь же не струей льется. Вот давайте, если вот так сделать. Так лучше? Да, в два раза. Убираем лестницу. И для безопасности закрываем еще заднюю крышку. Вот так. Все, теперь вы закрыты. Замуровал я вас. Пока. Что, дети, держитесь? Да. Поехали, попробуем. Пока-пока! Ну, об этом в следующем видео. Да. Давайте 5 с новым домом у нас. Диана! Ура!